Уход известных артистов – это настоящая трагедия для страны и большая боль для поклонников их творчества. Их работы оставляют глубокий отпечаток в нашем сознании. Своим творчеством они приносят в нашу непростую жизнь краски. Начало 2021 года стало настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. С начала этого года мы потеряли множество певцов, музыкантов, артистов. Одной из самых распространенных причин ухода является новая коронавирусная инфекция и острая сердечная недостаточность. По непонятным причинам обстоятельства многих смертей не раскрываются, а по телевидению эта печальная череда ухода представителей искусства никаким образом не освещается. О таких событиях люди в основном узнают из интернета. Февраль 2021 года имеет печальные предпосылки стать не менее трагичным, чем январь. 3 февраля не стало артиста театра и кино Александра Виноградова. Ему было 79 лет. Актера называли мастером эпизода. Все прекрасно помнят его по роли стрельца в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Его друзья уверены, что он мог добиться значительно больших результатов со своим талантом. Но природная скромность и деликатность не позволила ему это сделать. Последние годы актер был востребован в сериалах. Одним из увлечений актера была живопись. Его часто можно было увидеть на Арбате. Там он писал портреты людей. Это было его увлечение и дополнительный заработок. Актер вел здоровый образ жизни. Причины смерти актера естественные, так утверждают его коллеги. Время просто забирает людей. Как отмечают его коллеги, актер последнее время сильно переживал и был очень угнетен массовым уходом актеров. Он был в депрессивном состоянии. Со многими коллегами он близко дружил. Возможно, как предполагают его близкие, это сыграло печальную роль для его жизни.